Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем первую косу, с помощью которой мы вскоре свяжем сумку. Ширина косы 9 петель. Я набрала 15 петель. 9 петель косы, 2 кромочные петли и 2 петли изнаночной глади перед косой, 2 петли изнаночной глади за косой. Приступаем к вязанию. Первый ряд. Вяжем кромочную петлю, 2 изнаночные петли изнаночной глади. И начинаем вязать раппорт первого ряда косы. Вяжем 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот мы связали первый ряд раппорта. Далее у нас идут петли изнаночной глади. 2 изнаночные и кромочная. Переворачиваем вязание, вяжем второй ряд. Кромочную провязываем лицевой, 2 петли изнаночной глади вяжем по рисунку и вяжем раппорт второго ряда. Второй и все четные ряды будем вязать по рисунку, а это значит все петли вяжем изнаночные. Все 9 петель провязываем изнаночными петлями. И в конце у нас 2 петли изнаночной глади и кромочная. Переворачиваем вязание. Третий, пятый, седьмой и девятый ряд будем вязать так же, как и первый. Все лицевые петли. А все четные ряды вяжем по рисунку изнаночными петлями. Одиннадцатый ряд. Кромочную провязываем лицевой. Вяжем 2 петли изнаночной глади. И приступаем к вязанию раппорта. Нам нужно 9 петель косы перекрестить. Снимаем 3 петли на первую дополнительную спицу. Она у нас будет зеленая. 1, 2, 3. И оставляем за работой. 3 следующие петли с левой спицы снимаем на вторую дополнительную спицу. Вторая спица у нас голубая. 1, 2, 3. И оставляем перед работой. Следующие 3 петли с левой спицы нам нужно провязать лицевыми петлями. Вяжем 3 лицевые с левой спицы. 1, 2, 3. Затем возвращаем с первой дополнительной спицы петли на левую спицу. 1, 2, 3. И провязываем их лицевыми петлями. 1, 2, 3. Далее возвращаем петли со второй дополнительной спицы. Переносим их обратно на левую спицу. И провязываем лицевыми петлями. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт 11 ряда. 12 ряд будем вязать по рисунку, то есть все изнаночные петли. Провязав 12 ряд, мы связали весь раппорт узора. 13 ряд начинаем вязать с 3 ряда. Провязав еще 2 раппорта, вот такая коса из 9 петель у нас получилась.